искренность – наш характер. Мне показался странноватым девиз, как для мостового крана. Решил запечатлеть. Традиции времени сквозь призму современности. Новизной попахивает на фоне привычных дадим губа раньше сроков. Партия сказала выполнен. Творческий народ тут работает. На Харьков металл один. Это у нас Харьков 9 мая, всех с праздничком победы. Там он, кстати, у металлисты виден. Здесь у нас что? Здесь у нас... здесь у нас... Харьковский мясокомбинат. Сценарий повезли. Так и написано. Ну, по лицам видно, что люди не особо рады этому. Мне понадобится какое-то время для того, чтобы это могло значить. По крайней мере, радоваться, что это не девиз Харьковского мясокомбината. Так, это у нас проспект Гагарина, оголенный. Слушай, вот это да. А нет, это уже не то. Тут уже я еду в дельфинарий. Посмотри, как он быстро обернулся. Дописал букву и назад. Лишь бы в кадр попасть. Вот молодец какой. Оголенный проспект Гагарина. Кто помнит его старым. Помнит обилие зелени. Деиндустриализация, а тут у нас была хлорация, нет такого старого слова, осталось